Мы еще раз благодарим вас, Михаил Петрович, за теплые слова поздравления. Хозяйство является неотъемлемой и важной отраслью всей экономики страны, а также главным источником продовольствия. Поступление продуктов питания, а также сырья для производства на рынок напрямую зависит от производительности сельского хозяйства. Данная отрасль напрямую связана с жизнедеятельностью субъекта и объекта страны, в качестве которых выступают люди. Уважаемые дамы и господа! Мы искренне благодарим вас за вклад в развитие сельского хозяйства в области и в стране в целом. В качестве подарка примите выступление лучших коллективов Сахалинской области. Добрый год.